Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я хочу вам рассказать, как настроить клиент так, чтобы вам ничего не мешало и вы в комфорте наслаждались геймплеем, который вам может предоставить эта игра, и быть сфокусированным только на важных событиях в бою. И, в принципе, вам должно быть удобно, комфортно, вы должны все видеть, все слышать. Для этого нам нужно в первую очередь повыключать все лишние эффекты, оставить только всякие там текстуры, чтобы все было четко видно, дальность прорисовки и, в принципе, плюс-минус все. Остальные всякие там постобработки, тени и всю остальную дичь, траву, там эффекты, шмэффекты, все это нафиг вырубаем. На скриншотах вы все это видите, как нужно все это настроить. Если у вас компьютер очень слабый, то вам нужно и все остальное, в принципе, сводить к минимуму как можно меньше. Но если у вас нормальный компьютер, то настраивать стоит именно так. Почему? Вы видите на своем экране реплей, который настроен по таким настройкам. Единственное, что прицел там немного другой, он неудобный, на него не обращайте внимания. Это так, пробник. Что касаемо эффектов всяких и настроек графики, в этом видео вы видите, что на экране нет всякого лишнего и видно все четко, классно, удобно, видно какой рельеф. Вы видите, как использовать этот рельеф, как свой танк наклонить, как подъехать, как объехать. Все четко должно быть видно. Никакого мусора и всякой фигни на экране не должно быть. Я долгое время играл с включенными все на ультра. Скажу вам честно, играть неудобно и неприятно. Такое ощущение, что ты в какой-то муляке, все в какой-то фигне. Ничего не удобно, ничего не видно, ничего не понятно. С такими настройками все очень классно. Единственное, что посоветую вам поставить сглаживание не на ультра, а просто на одну полосочку, для того, чтобы контур врага был тонкий. И с тонким контуром гораздо приятнее играть. Но это на свой вкус, если вам приятно играть с толстым контуром, может быть, играйте с толстым. Мне неприятно играть с толстым контуром, потому что это какое-то жирное пятно, ничего не понятно, как оно там вообще находится в пространстве, какая-то дичь. Мне это не нравится, неприятно. Поэтому я ставлю на одну полосочку. Даже если на две поставить сглаживание, то уже будет толстый контур. Мне нужен тонкий контур. Зачем они сглаживание к контуру привязали, я не знаю. Мне неприятно, бесит. Поэтому я ставлю на одну. Следующий очень важный пунктик — это то, как нужно настроить звук. В принципе, во вкладке «Звук» нам важно только, в принципе, два параметра. Это интерфейс и эффекты. Все остальное это уже, ну так, чисто лишь бы было. А голосовые уведомления, в принципе, ну если вы без них не можете, можете поставить. А все остальное, по сути, можно вырубать. Я чуть-чуть поставил музыку на пятерочку в ангаре и в бою, для того, чтобы что-то там брынькало в начале и в конце боя, чтобы было не так скучно. Если вы играете с музыкой, вырубайте картошкину музыку и все. Ну и поставил технику на 5, просто чтобы было не совсем как в вакууме, потому что я попробовал вообще технику поставить на 0. Ну, такое ощущение, что ты в космосе в каком-то летаешь. Ну, кому как, в принципе, можно и без этого играть. Самое главное, это слышать всего лишь два звука. Это интерфейс и это эффекты. Все остальное нафиг не надо. Я еще сделаю отдельное видео по звуку и объясню почему. Дальше по всем остальным параметрам все стандартно. Единственное, что советую вам, там, где настраивается иконками над техникой, ставить, чтобы было видно, сколько хп у врага. А то некоторые играют с процентами, я не знаю, это ненормально. Проценты могут стоять на Alt. Если вы жмете Alt, то иконки на танками меняются на те, которые вы поставили на кнопку Alt. И там уже можно поставить проценты. Если вы играете там в укрепе, ГК или еще где-нибудь, но просто съездить с процентами это не очень. Ну и все остальные параметры плюс-минус ставите на свой вкус. Я сделал скриншоты, как стоит у меня, мало ли вы будете спрашивать. Чтобы не было никаких вопросов, я сделал скриншоты всех настроек, кроме первой вкладки, там где игра, там просто галочки потыкайте, что вам нравится, да и все. Единственное, что я могу сказать, что у меня штурм включен, а все остальное выключено. Я несколько дней поиграл с такими настройками, скажу вам честно, играть стало в миллион раз легче, приятнее,
Даже картинка стала выглядеть как-то более чище, четче. Танки стали нормально выглядеть, а не в какой-то муляке. Все видно офигенно. И так в этой игре даже с такими настройками иногда бывают проблемы с текстурками всяких там кривых скал или еще что-то. А если еще и эффектов туда накидать, то это вообще полная задница. Поэтому я вам советую поставить такие настройки для того, чтобы было четче и приятнее играть. Конечно, картинка была бы красивее с кучей всяких эффектов, но на самом деле играть вообще неприятно. И на мое удивление, так картинка выглядит, как по мне, даже лучше. Все как-то более гармонично и нормально. Нету какого-то пердежа вокруг танка, которая там всякая грязь, хрень. Я не знаю, зачем это все. С вами был Варчик. Играть красиво. Всем пока.